Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Duda Play, и мы сегодня играем в Майнкрафт. И будем мы кормить сегодня курочек и достраивать нашу ферму куриную. Так, кушайте. Так, молодцы. Так, я вас всех тут покормил, нет? Так, один остался, да? Так, кошка, смотри, у нас бегает здесь, да? Так, а я хотел, знаешь, что сделать? Мне нужно сделать солому. Нет, подожди. Мне нужно не хлеб сделать, мне нужно солому. Неужели мне еще надо будет сюда посерединке ставить? Да, конечно, стоп, снега. Так, 4 штуки, это очень мало. Мне надо сейчас будет поискать, где мне найти еще сено. Так. Подожди, а знаешь, что я хотел еще попробовать? У нас будет такая штучка здесь? Типа уголка. Нет, не получается. Так, ну что ж, ладно. Пойду-ка я схожу, посмотрю, значит, нету ли у нас нового урожая. Да, я здесь вижу, есть урожайчик. Так, птичка, не ходи за мной. Так, значит, вот здесь еще пшеничка есть. Сейчас я здесь еще соберу. Так. Так, я буду немножко садить даже. Потихонечку сейчас насобираем. Мне, в принципе, надо сток сена побольше сделать и сделать крышу на курятнике. Я хочу из соломки сделать. Так, смотри, вот здесь, смотри, стоит солома. Мы сейчас ее соберем. Соберем. Есть. Так, а ну-ка, может быть, так будет быстрее, нет? Нет. Так, вот у нас как хорошо есть сено. Так, сколько у меня тут? 12. Так, хорошо, пойдет. Тут мы еще тоже соберем сейчас быстренько. Да, есть что немножечко здесь собрать. Не сильно много, конечно, но пойдет. Так. Ой, собрал не то. Так, жители у меня вообще работают, нет? А ну-ка, сейчас я пойду посмотрю. Так, ну вроде бы стоит, смотри, что-то делает. Ты, друг, ты собираешься, нормально делаешь? Так, что тебе морковку нужно? У меня морковки нету, слушай. Ладно, до свидания. Работай, продолжай работать. Так. А вот это что такое? Офигеть. А как оно здесь выросло? Это ты посадил сюда, что ли, солому? Солому вот эту посадил. А, чувак. Так, и здесь, в принципе, тоже можешь сейчас соберем. Ну, по максимуму, где что есть. Так. Не знаю, получится у меня много собрать, нет? Так, ну, здесь, я смотрю, есть. Она как-то неравномерно выросла. Частями. Так, сейчас соберем здесь. Так. А, смотри, только что, смотри, выросло. Хорошо. О, еще. Так, ну я здесь, конечно, буду долго так бегать. Мне надо побольше, чтобы было. Ага, вот здесь, смотри, вот здесь есть много этого. Пшеница. Так, и вот, смотри, сколько много, нифига. Сейчас я насобираю, подожди, алло. Так. Так, где у меня здесь росло все? Я не знаю, нужно здесь выращивать или нет, как бы тут тропинка идет. Ладно. Ладно, растет, так это растет, пускай растет. Так, это что здесь за чувак стоит? Смотри, какой интересный цветом. А ну, а тот какой цветом. Так, что тебе надо? Кожу? Хорошо. 6 кож. Ладно, я тебе потом принесу, хорошо? Ладно, пока. Так, а ну-ка, подожди.
Тебе что, бумагу нужно? А тебе сырую крольчатину, где же тебе сырую крольчатину найду? Так, ладно. Посмотрим. Ага, вот смотри, у меня вот здесь пшеница есть. Хорошо. Я, может, сейчас пособираю, может, у меня здесь в этих самых... Вот, смотри, пшеница сколько. Нифига себе, я сейчас пособираю, подожди. Так, а здесь есть пшеница? Здесь морковка есть даже, смотри. Так, здесь нет пшеницы. Так, ладно, что получится? Так. Вот, может быть, сейчас мы и сделаем крышу, в принципе, хватит. Так. А, 0,9 штучек мне. А, нет, хотела. Так, 37 этих у меня штучек есть. Сейчас сделаем палочки. Мне нужно, знаешь что? Мне нужно лестницу сделать. О. Так, лестницу взяли. Все, я пошел, ребята, строить. Так. Я пошел строить, делать крышу себе. Так. Ой, куда я побежал? Подожди, не туда, вот здесь. Да-да-да. Так. Так, ну что ж, ребята, будем строить начинать, да? Так, сейчас сделаем здесь пролетик. Не знаю, хватит мне полностью на крышу или нет. Сейчас посмотрим. Так, здесь... Так, потом знаешь, как, наверное, наверх здесь будем делать вот так вот. Так, влетело, да? Ничего страшного. Так, и сейчас вот так с ломочкой будем. Так. Эту мы сейчас соберем. Так, а что здесь делать? Вот так, наверное, да? Скорее всего. Так, потом еще выше, да, будем делать высокую. Ой. Так, сейчас сделаем. Ты же знаешь, как вот здесь? Вот так. Вот так, вот так. Вот здесь так сделаем. Так, здесь также. Так, так, так. Я не знаю, как получится. Мне, наверное... А, ну все, у меня уже сено кончилось, в смысле. Надо будет еще мне садить. Так, прыгаем, смотрим, что получается. Да, нормально будет у нас соломы, крыша и соломы. А сюда бы свет не помешал бы. Так, сейчас возьмем палочки. А, у меня одна только, ну ничего страшного, 4 будет факела. Так, и сейчас мы сделаем здесь освещение. Раз... Два, три и здесь четыре. Вот так вот, чтобы было светло. Так, курочки, ну что ж, давайте я вас, может, покормлю, нет? Так, хорошо. Соберем яйца. Так, сколько у меня яиц много? Так. Может, что-нибудь вылупится, нет? О, есть один птенчик. Ой, смотри, нифига, сколько много. Ничего себе много, сколько. Одна убежала. Так. Ну что ж, ладно, ребятишки, я вас оставляю. Так. А я пойду... Ой, почему? Подожди, в смысле? Надо убрать здесь одну эту... Как его? Один эту калиточку убрать. Так, и сходим и немножко бамбук пособираем. Так. Так, подожди, где вход? Вот. Надо калитку сделать другим цветом. Так, что у нас здесь? Заросли. Сейчас мы здесь сделаем такую тропинку. Так, сколько там у меня много, и сейчас я соберу, быстренько посмотрим. Угу.
Бамбук быстро растет, поэтому я еще, наверное, сейчас высажу, чтобы у меня побольше было. Так. Подожди, не гуди. Не гуди. Так, посадим немножечко. Так, сейчас сделаем посадку. Так, где выход? Подожди. Давай здесь уберем вот это, чтобы я видел, где вход сразу. Потому что не видно. Так, все собрал, ладно, все. Так, закрываем. Так, а что у меня в этом сундуке интересно? А, нифига, сколько бамбука много. Так. А здесь у меня что происходит? Интересно. Так, мне надо проверить наших медведей. Так, ребята, у вас все хорошо здесь? Нормально все? Бамбук будете кушать? Ой, сейчас может Ляля родиться. Ух ты! Маленький медвежонок родился. Прикольно. Так, да я вас сейчас всех накормлю бамбуком. Подожди. На, кушай. Так, а ты там что скучаешь, чувак? Ты что здесь скучаешь? На, кушай. Слушай, знаешь, что я сделаю? Может, ты тут выйти не можешь? Отсюда. Я тебе тропинку сейчас сделаю, подожди. О! Кушаю, да? И, ладно. Так, значит, ладно, пойду-ка я дальше. Так, не мешайте мне. Наверх сейчас пойду. Посмотрю, нет ли тут зомбаков. Не ходит, никто не мешает. Так, мне нужно здесь уже мед, кстати, собирать. О, еще я нашел, смотри. Солому. Так, еще соберем. Угу. Так. Так, здесь уже занято, да, кровать? Ладно, быстренько сейчас я схожу. Знаешь, куда? Так, вот здесь место есть. Смотри, сколько много. Так, вот сюда я сейчас прилягу, полежу. Так, все, проснулись. Так, и сейчас быстренько гляну, что у меня получилось. Так, все, закрою. А, смотри, нифига, сколько здесь соломы еще. Я сейчас тут солому соберу, подожди. Так, фига. Это, видимо, я на хранение поставил. Так, уже и арбузы надо собирать. И тут, смотри, сколько много у меня пшеницы. Сейчас я быстренько, подожди, соберу. Так. Сейчас пшеничку здесь соберу быстренько. Так, нужно посадить быстренько. Сейчас посадим. Так, ну все, посадили мы. Да, хорошо. Так, может быть, здесь у меня пшеница есть? Так, нету здесь пшеницы. Ну ладно. Так, мы из бамбука сейчас сделаем палочки. Ой, что я 17 положил. Так. Вот еще у меня бамбук, да? И вот еще. Так, хорошо, сделаем лестницу на будущее. Так, ну что ж, так, подожди, у меня немножечко есть солома. Сейчас я крышу попробую доделать хотя бы частично, что получится, да? Так, вот это берем. 14 у нас снопов. Так, где у меня тут лестница была? Угу. Так, начнем отсюда.
Так, мне будет удобнее отсюда идти. Так. Ой, подожди, не так и поставим. Так, уберем здесь, поставим. Так, ну как-то так, в принципе, еще много не хватает. Поэтому достройка, наверное, будет, скорее всего, уже в следующей серии. Так, а ну, попаду я в голема, нет? Есть, попал. Так, что, он злой стал или добрый? Эй, чувак, ты нормальный? Да, големов у меня дофига, смотри, тут расплодилось прям много. Вообще, что-то. Ну что ж, ладно, дорогие друзья, спасибо за просмотр. Если ты досмотрел до конца, то укрась этот ролик своим лайком. И большое спасибо тебе, что ты посмотрел. Ну что ж, всем пока-пока.